Ежедневно на ремнях, вы только что его видели, можно сказать, универсальное в плане того, что развивает не только руки, плечевой пояс, но также укрепляет мышцы спины, помогает держать ровную прямую осанку. Почему? Если мы будем пытаться, как-то сгорбившись, выполнять это упражнение, мы перегружаем верхнюю часть корпуса. Это, к сожалению, делать нельзя. Впоследствии это чревато действительно болями в спине, в позвоночнике. Сами отжимания не только на ремнях, а вообще от пола, многоуровневые отжимания, они способствуют универсальному развитию, физическому развитию вашего тела. Их можно делать как угодно, с какой угодно позиции. Как угодно можно чередовать, вариаций таких отжиманий очень и очень много. Почему именно в карате используются отжимания? Для того, чтобы развить трицепс, для того, чтобы развить спину, для того, чтобы укрепить плечи и руки. Для чего используются отжимания в тхэквондо? С той же самой целью. Почему используются отжимания среди борцов как одно из основных упражнений? Цель та же самая. Развить физическую выносливость, укрепить физическое состояние человека, сделать его сильным, сделать его, можно сказать, более красивым и стройным. Это что касается именно отжиманий. По этой тематике можно снимать, снимать и снимать. Я, может быть, выложу как-нибудь видео с многоуровневыми отжиманиями, с перепрыгиванием с пола на высоту 45 сантиметров, потому что я выкладываю палеты по 3 штуки и отжимаюсь на палетах, падаю на пол, отжимаюсь от пола, подпрыгиваю обратно на палеты. Это тоже отжимания, эти отжимания укрепляют руки, развивают силу реакции, ну и, естественно, развивают моторику движения. Всем удачи, пока!